Здравствуйте! С прогнозом синоптика вас знакомит Сюзанна Искаян. В среду синоптическая ситуация в Зауралье обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, в тыловую часть которого будут поступать разрозненные массивы дождевых облаков и порции более холодного воздуха арктического происхождения. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 19, плюс 21, в Челябинске плюс 21, плюс 23, без существенных осадков. В Кургане облачно с прояснениями, кратковременный ливень, возможно, гроза. Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. Днем в Кургане переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба. 29 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!